же Слейере просто тонна различных предметов. И ты, я уверен, задаешься вопросом, как же их всех, блин, получить? Ну и сегодня я тебе как раз таки об этом и расскажу. Первое, что мы должны сделать, это, собственно, зайти в хаб. Далее мы здесь выбираем Аоигахару и, собственно, запускаем игру. И вы, наверное, думаете, ой, да здесь все просто, фармишь боссов и все. Но нет, здесь все немного сложнее, чем вам кажется. Что ж, вам и вправду здесь нужно будет фармить сам, собственно, данж, то есть вы убиваете всех здесь боссов, всех здесь NPC других, и в конце игры, когда вы умираете, вы попадаете в специальную комнату, где вы, собственно, можете собрать сам лут с боссов. Но то, что вы делаете с этими предметами дальше, вот это уже интересно. Что ж, но дальше вы с этими вещами из данжа должны зайти в трейдинговый сервер. Что ж, когда вы уже находитесь на самом трейдинговом сервере, вы должны нажать на эту кнопочку, и дальше смотрите, что хотят люди за, например, ваши вещи, которые вы выбили из самого данжа. Далее вы вписываете их имя в этом поле, и, собственно, выбираете свои вещи, они там предлагают свои вещи, и вы просто таким образом трейдите то, что вам лично нужно. Это реально имба, вместо того, чтобы ходить и боссов фармить по 3-4 часа. Это реально имба, потому что на самом деле эти вещи, полар, топ и так далее, это все, в принципе, не так уж и сложно выбить из этого данжа, типа, если серьезно прям. У меня весь сет этих вещей, это было, ну, реально один день максимум, и то там я фармил по чуть-чуть там в день и так далее. Ну а если вы хотите узнать о лучшем способе по фарму уровней в Project Slayer, то нажимайте на это видео.